Добрый вечер, мои дорогие. Вот вышла прогуляться. Пойду пешком, дойду до Татьяны Валерьевны. Татьяна Валерьевна уезжает на месяц и отдает мне свою квартиру в пользование. Наша ленинградка, объездная дорога. А почему я решила съехать от своих? У Кости хорошо, у него большая квартира, достаток, все есть. Но я какая-то обидчивая стала. Я не знаю, что со мной творится. Наверное, нужно, чтобы время прошло. Что-то с нервами, какие-то нелады. Я очень обидчивая стала. Вон луна какая. И прям вот обижаюсь, как бабка старая. Раньше бы прям внимания не обратила. Макарик мне тут. Бабушка, а ты можешь убрать свои вещи из моего гардероба? Я бы раньше даже... А тут вот хожу третий день. Так расстроилась. Думаю, растила его, растила. Три кофточки бабушкины висели. Помешали. Так. Женщина написала тоже, подписчица. Я отписываюсь. Мне, мол, было интересно в Крыму, а Мурманск ваш никому не нужен. Тоже так обидно стало. И вот подумаешь, дур не дура. А я что, собиралась в Мурманск лететь? У меня и мыслях не было. Кто знал, что так жизнь повернется? А я и написала прям, что такие подписчики мне тоже не нужны. В общем, короче говоря... Стала бабка старая. Расстраиваюсь из-за всего. Обижаюсь. Ой. Ой. Время 7 часов вечера. Народ с работы, кто откуда, кто чего. Вот, зато порадовала меня сегодня Леночка. Она мне прислала ВКонтакте видео, как она кормит черного и кобу. Я же маленьких котят пристроила перед отъездом, потому что боялась, что они пропадут. Кобу-то он живет своей взрослой жизнью. Приходит домой только поесть, ну, иногда полежать, поспать. А эти мелкие совсем привыкли дома жить. Дернула меня нелегкая,
пешком идти. Оно тут и недалеко, но все в гору, в гору. О. О. Ну, наконец-то доползла. О. Сейчас еще по лесенке поднимусь. И вот этот вот дом. У меня еще вот в этом соседнем доме старая подруга живет. Надо посмотреть, я ее что-то не вижу. Ни в Одноклассниках, ни ВКонтакте. И она мне ничего не писала. Я думаю, она, наверное, в море. Она много лет в море ходит поваром. Сейчас поднимусь, посмотрю. Есть у нее свет в окне или нету? Не, нету Нонны. Я в тот раз приезжала, темно в окнах было. Значит, море. Ну вот, сходила к Татьяне Валерьевне. Показала она мне, что как включается. В пятницу перееду к ней. Какие дома вон, да? Под Новый год красивые окна. Иду к Косте домой. Не знаю, приехал он, нет. С работы время уже 10 вечера. Долго работает. Вот, да, еще что я хочу сказать. Вот вы мне все пишете там. Вот. Надо быть среди людей. А мне наоборот, так хочется побыть одной. Просто одной. В тишине. Посидеть, поковыряться. У меня тут планы появились. И с цементом. Ну, понятно, что-то большое в квартире не сделаешь. Но есть у меня задумки. Вот сделаю вам, покажу. Вот. И вообще просто побыть одной, привести свои мозги в порядок. Так что вечером в пятницу перееду к Татьяне Валерьевне. Зато по своим буду скучать. Все бы хорошо. Ой, ну эти лестницы. О, еще вон ползти. Мало снега. Новый год скоро. А снега мало совсем. Так что, мои дорогие,
свои новости я вам рассказала. Ой, еле дышу. Так что буду делать. Украшения у меня уже много сделано. Надо вам показать. И шарфиков я уже наделала. Буду вам демонстрировать. Вот. Ну а пока. До свидания. Надеюсь, увидимся. Пока-пока, мои дорогие.